Всем привет! С вами Юля. Сегодня 31 октября. И сегодня я хочу подвести итоги за октябрь месяц, показать, что я навышивала, какие у меня продвижения по рукоделию. Также хочу напомнить, чтобы вы подписывались на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Это очень помогает развитию канала и, конечно же, очень вдохновляет. Ну а мы начинаем. Итак, во-первых, хочу показать финиш. У меня финиша не было уже очень давно, все процессы и процессы. А здесь получился финиш. Это дизайн фирмы Lanarte, оригинальный набор, магнолия. Вот такой красивый цветок. Это серия триптихи. Здесь есть еще два дизайна. Они у меня все есть, я их тоже буду вышивать. Вот думаю, что следующий будет вот этот дизайн очень красивый. Размер работы 30 на 20 сантиметров. Это самый большой, другие чуть-чуть поменьше. Ну, меня больше привлек вот этот цветок. Мне хотелось именно с него начать, поэтому так и случилось. Что хочу сказать. Схема здесь очень простая. Вышивается все очень просто. Но так как я вышивала на работе, знаете, все-таки телефон и... Люди приходят, работу часто откладываешь, поэтому я, конечно, себе делала пометки, ну, уже вот в этом листочке, он большой, чтобы не сбиться. Ниточки все остались, ну, их было немного, и, в общем-то, немного осталось. В общем, все хорошо с этим дизайном, всего хватает, и схема очень-очень легкая и понятная. А, кстати, хотела вам сказать по поводу схемы здесь. По ключу был один бленд, и он, знаете, так внизу, как ссылка, такой очень хитренький. Вот, я его сразу не заметила и немножко перепутала значки, но потом быстро сориентировалась. Дизайн вышивался крестом в две ниточки в основном, чуть-чуть в одну ниточку. Ну, вот так. Да, и сама вышивка перед вами. В прошлом месяце я вам ставлю фотографию, как выглядела эта работа. Ну а сейчас перед вами уже полностью готовая работа. Вышивается она на линде 27 каунта. Очень приятная основа. Люблю основу у Lanarte. Она и плотная, но и в то же время очень нежная. Приятно в руках держать. И ниточки ложатся хорошо. Все, в общем, чудесно, замечательно. Довольна результатом. Наконец-то хоть какой-то финиш, а то все процессы и процессы. Немножко поближе покажу вам крестики. Снимаю вечером, сзади меня лампа стоит и немножко создает тень. Но я подумала, что лучше сегодня, успею завтра смонтировать. И на выходных вы сможете под вышивку свою тоже посмотреть и вдохновиться. Очень красивый цветок, так он мне нравится. Давно я не вышивала цветы. Чудесная работа. Вот, все, финиш. Отлично. Так, и идем дальше. А дальше у меня также Lanarte. Это старенький дизайн, всем известный. Тачка и подсолнухи. Ну и, конечно же, тыквы осенние. Я все жду осени, она к нам идет, но очень медленно, все подкрадывается. Вот. Может быть, сразу придет зима, у нас так часто бывает. Ну, сейчас немножко похолодало, но совсем чуть-чуть. Вообще в этом году очень у нас жарко, такой сезон именно туристический очень длинный. Вот такой чудесный дизайн, захотелось мне тыков, но так как я... По-моему, еще в прошлом году начала где-то из центра, вот отсюда, и начала вышивать вверх и в сторону, то тыков пока мне не видать. Ну, пока. Там посмотрим, как будет получаться. Вот что есть на основе. Я вам также буду вставлять фотографии, как работа выглядела в прошлом месяце, чтобы вы могли сравнить.
Ну, здесь, как вы понимаете, продвижения небольшие, потому что совсем чуть-чуть я повышивала в начале месяца, да, вот у меня была тут веточка вышита, по-моему, что-то самое начало, и вышился вот такой вот небольшой участок. Здесь вышивка в основном крестик в одну ниточку. Очень люблю вышивать в одну ниточку. Ничего не путается, не нужно ниточки разравнивать, укладывать крестик красиво. Здесь все очень просто. Дошла я до левого края. Здесь уже все. И поднимаюсь наверх. Ну, я решила, раз уж у меня так пошел процесс, нужно идти так, как идет по схеме, как ведет меня сама схема, да. Вот, я сейчас здесь нахожусь, вот у окошка, ну, дверь я вышила, да, и поднимаюсь наверх. Здесь причудливые кучеряшки деревьев, какая-то тень, что-то вот тут я буду вышивать, ну, а потом пойду к подсолнухам и буду спускаться сверху вниз к тыквам. Схема здесь, почему именно так? Схема здесь огромные листы, два огромных листа, и поэтому состыковать их, да, знаете, ну, это не альфа, не, хотела сказать по-гречески, не А4, не А4, что раз их взял, состыковал, огромные листы, немножко неудобно, поэтому вот у меня такой ход. Здесь много ниток, там около 50 цветов. Сейчас уже не буду доставать, много ниточек, есть и бленды, один цвет вышивается в две ниточки, в одну ниточку, то есть ключ здесь такой, ну, приличный. Вот, поэтому, конечно, такая работа, знаете, непростая, требует организации, но организацию я пока не делала, потому что я вот чуть-чуть повышивала и отложила. Я надеюсь, что, ну, в следующем месяце я смогу как-то к ней вернуться, ну, посмотрим. Не буду говорить о планах вообще ничего, потому что времени мало, и, знаете, хочется ловить момент и наслаждаться. Вот чего-то захотелось, припекло, открыл набор, повышивал, достал старую работу, повышивал, вот именно по настроению. Поэтому я решила себя уже не мучить вопросом, можно ли еще начать, когда у тебя там 30 наборов. Я думаю, что можно, нужно себя баловать и отдыхать. Вот, основа мне здесь очень-очень нравится, я уже, по-моему, говорила несколько раз. Это Линда 27-го каунта, но у нее цвет такой, знаете, бежевый, немножко напоминает мне рустикальную. Приятный оттенок, теплый. Единственное, что я не обработала края, нужно будет либо на машинке, либо как-то проклеить. Ну вот, пока времени не хватило. Я и так стараюсь находить на рукоделии, хоть по чуть-чуть украдывать этого времени и продвигать свои работы. В общем, я довольна и таким продвижением. Надеюсь, что потихонечку я ее вышью. Она того стоит в отшивах, и когда смотришь, ну, невозможно пройти мимо. Но так как я занимаюсь ланартой, девочки вышивают, мне показывают, я прям вообще не могу. Тоже хочу, конечно же, все хочу. Вот, такая красота. И мы идем с вами дальше. Продолжаем. И у меня небольшой сюрприз. Да, это еще один старт. Мне этот дизайн понравился с самого начала. Это новинка у Маржелин Бастин. В 22-м году вышел этот дизайн. И я, конечно, его, ну, особенно здесь, в Греции, его оценили. Я его много привозила. И вот остался он у меня один. Я его себе выдержала. Хотела начать в следующем году. Но так вот, знаете, мне хотелось хотя бы чуть-чуть попробовать. Я люблю зеленые оттенки, как вы знаете. Люблю цветы. Здесь очень красивые лотосы. Лотосов я, по-моему, еще не вышивала. И я люблю разных животных, насекомых. А здесь работа очень интересная. Смотрите, здесь какая лягушка красивая. Вообще, я лягушек, честно вам скажу, не очень люблю. Но вышивки, они просто милейшие создания. Вот здесь одна лягушка. Вот она вторая, прикольная, надула щеки. Я, кстати, ее не сразу заметила.
Вот еще одна. Эту я вообще заметила недавно. Какая она интересная. Спряталась здесь, сидит. В лотосах пчелки, стрекозки, вот этот комарик какой-то, знаете, которые по воде скользят, танцуют. Еще одна стрекоза. И улитка. Ну, в общем, Маржелин Бастин здесь, ну, всего понарисовала, чтобы было живенько и интересненько. Я люблю такое дело. Болотце красивое. Может быть, не болотце, может быть, прудик. Что я сразу, болотце? Может, и прудик. В общем, мне захотелось начать этот дизайн потихоньку. Может, к весне, глядишь, и что-то произойдет. Вот. Ну, начало совсем самое-самое скромное, потому что начала на работе. Это у меня новый рабочий процесс. Да. Большая работа. Сейчас вам скажу размерчик. Подождите. Так, размерчик у нас 31 на 44 сантиметра, и называется это «Концерт зеленых лягушек». Вот так-то. Прикольно. Ну да, они ж вот сидят вот с щеками надутыми. Они тут квакают. Вот. Ниток здесь много в этом наборе. Так, давайте я вам покажу ниточки. Покажу сначала крестики, потом сбегу за ниточками. Вот такие у меня крестики. Это уже пчелка здесь проявляется. Схему приходится раскрашивать, потому что на работе. И, знаете, отвлекаюсь. И, да, бывают и ошибки. Вот. Основа здесь, опять же, линда. Очень-очень приятно. Люблю основу Ола Нарте. Потрясающая, красивая, чудесненькая. Вот такое у меня начало. Серединка здесь, вот здесь приходится. Но видите, здесь не полная зашивка. Здесь центр смещен в правую сторону, низ и правый угол. А здесь вот не зашитая. Поэтому она не такая сложная. В принципе, дизайн не сложный. Я вот схему смотрела. Вот это зеленые листочки тут, ну, такими группками идут крестики, не в рассыпную. В рассыпную вот здесь внутри, где серединка цветочка, ну, пчелки, вот такое что-то. Да, вот здесь вот в лотосе будут в серединке такие рассыпные крестики поодиночке. Вот здесь. А вот в зелени все, в общем-то, просто. Так, ну, ниточки. Сейчас покажу, какие красивущие нитки здесь. Нитки, нитки. Немножко, конечно, уже подзапутались. Вот, но в целом они еще в таком новеньком своем состоянии. Я, конечно же, перевесила. Вы видите, что, ну, знаете, обычно, что они просто перекинуты, эти пасмочки, и очень это опасно, да. Я сначала села и все перевесила, решила сделать на большую петлю, да, а маленькую оставить для закрепок, потому что вышиваю одной иглой на работе, и у меня нет парковщика. В принципе, я с собой взяла дубко, чтобы сделать парковщик, но решила не делать, не плодить иглы, потому что хранить там это все не так-то просто. Вот. Это одна такая планшеточка. Ниточек у нас сколько? 39. 39 цветов. Такой, знаете, богатый набор. Ну, тачка с подсолнухами побольше, но здесь тоже 40 цветов. Такая красота, смотрите. Какие зеленые. Ой, я от них балдею. Такие цвета классные зеленые. Нички блестят. ДМС хороший. Вот сочетание вот этих зеленых и вот этих розовых меня просто покорило. Смотрите, какая красота. Супер, супер, супер. Очень будет красивая работа. И к ней есть пара. Ну, это мои такие мысли-замыслы. Так, пара. А нет, здесь на обложке нет у меня пары, но я вставлю картинку. Тоже новинка. Красивые цветы. Тоже себе оставила этот набор. Я еще тот хомяк. Всегда думаю, что не буду себе всего оставлять.
Ну, по итогу, потихонечку, по наборчику я себе наставляла целую-целую кучу. Ну, я этому рада, я люблю ланарты. Вот, поэтому они классные наборы, тем более, что они быстро снимаются с производства. Не успел сказать пчхи, уже его и нет. Бывают такие наборы, что они вроде бы выставят, потом их вообще не производят. Вот, ну, как-то так. В общем, я рада, что я себе напривозила ланарты. Вот, ну и если вам надо, обращайтесь. Так, ланарты все, идем дальше смотреть, наверное, завершающую работу. Так, ну, я думаю, вы догадались, завершающая работа. Это, конечно же, мой аржантей, который я вот шью-шью, вышиваю и никак не могу завершить. Не знаю, почему он идет со скрипом. Вот я знаю тоже, две девочки его вышивают, одна уже вышила, Майя. Она тоже говорит, что ну тоже идет со скрипом, прям вот устаешь. Вроде бы схема не такая уж и сложная, здесь нет ничего какого-то, каких-то сложностей, там одиночки прям вот, часто смена нити, нет, группками все это вышивается. Но я не знаю, почему-то он идет сложно. Вот я его шью-шью, быстро устаешь от процесса, хочется хоть что-то сменить, отвлечься, может быть, поэтому. Вот, ну, в этом месяце я постаралась. План минимум я выполнила. 85% у меня точно есть, там, может, чуть больше. И осталось мне вышить 6000 крестиков. Вот, казалось бы, 6000 крестиков – это не так уж и много. А глядя на сам участок, да, где должны они быть вышиты, кажется, ну, где там 6, там все 10 тысяч крестиков должны поместиться. Не знаю, может быть, сага меня обманывает. Ну, в общем, сага говорит 6 тысяч крестиков, я наивная, доверчивая, поверю, что пусть будут 6 тысяч. И знаете, вот в ноябре обязательно мне нужно завершить эту работу. Обязательно. 6000 крестиков – это такая, знаете, посильная норма, можно собраться силами и вышить. Вот, но несмотря на все вот эти такие мои перипетии с этой работой, работа получается, конечно же, очень красивая, ну просто шикарная. Сейчас не очень удачное освещение, и краски такие какие-то немножко блеклые, темные, но вживую, особенно при дневном освещении, вот именно передача масла, вот как будто это картина. Молодцы. Прекрасная разработка. Я рада, что я взялась. Как бы сложно ни было, постепенно она вышивается, и все равно будет финиш. Вот, никуда она не денется. Вот такие у меня новости с этой работой, по процессам. И хочу показать вам немножечко еще каких-то рукоделок. У меня тут случился неожиданный заказ. Сейчас, минуточку. Так, ну, давайте вот так. Так, вы знаете вот эту мою сумочку. Я вам ее показывала. Я ее шила для Аржанте. Но сейчас там тачка с подсолнухами хранится. Ну, материалы все. Потому что это работа в процессе. А тут как бы мне нужно поближе иметь. А вдруг будет время, я повышиваю. Вот, я вам показывала эту сумочку. Как она у меня красиво сшилась. И у меня был тут недавно заказ наборов. И девочка захотела, чтобы я ей тоже сшила сумочку. Вот. Я предложила сделать в такой же ткани. Вот. Потому что мне, не знаю, понравилось. Мне кажется, очень здорово. Вот. И я сшила вторую такую сумочку. Только эта сумочка намного побольше. Она идет на 49 сантиметров. Под кюснапы 40 на 30, ну, я мерила под свои 42 на 30, чтобы уж с запасом. И да, сюда помещаются кюснапы, сюда помещается вообще все-все-все. Очень большая такая удобная сумка получилась. Здесь, конечно же, я уже учла свои какие-то ошибки, да, вот когда я тут сшивала. Видите, здесь я оставила такие вот полосочки синие сверху и снизу, чтобы сделать такой какой-то контраст. Ну, здесь сверху не получается, потому что все равно это идет бейка. И по
крою не получается как-то по-другому. Но вот здесь вот здорово получилось. Серединку сделала белым. Мне даже так нравится больше. Больше света. И белый всегда он такой праздничный подчеркивает. Вот. И здесь тоже, видите, я оставила синенькую полосочку. Уже подрасчитала получше. И получается, ну так, очень празднично. Очень классно. Ручка тоже такая плотненькая. Хорошая ручка получилась. С обратной стороны вот так. Стежка. Вот тут киты. Черепахи, ракушки, морские конники. В общем, классно получилось. Я собой довольна. Я надеюсь, Майе очень-очень понравится эта сумочка. Кстати, вот хотела сказать по поводу практичности. Ездили мы в деревню, я с собой брала вот эту сумку. И сюда у меня поместился Рожанте, я брала все материалы. Я его вышиваю на пяльцах. И сейчас я его вышиваю на лапе. Знаете, такая лапа на подставке. И станок у меня сюда поместился. Все поместилось. И очень удобно. Все сгрузил, взял сумку и поехал. И хочу себе еще нашить этих сумок. Ткани есть. Купила я еще вот этого окошка. Поэтому, девочки, как вы видите, я уже набила руку. Уже мастерица. Поэтому, если вам тоже хочется иметь какую-то такую сумочку симпатичную, обращайтесь, я могу сшить. Особенно если кто у нас здесь в Европе, ну как бы доставка более-менее доступная, поэтому обращайтесь. Вот. Ну и показываю, да, вот разницу. Вот такая. Ну, у меня тоже большая сумка. Но это специально под кюснапы большие, чтобы все-все туда помещалось. Вот. Такая красота. Вот такие итоги октября месяца. Один финиш получился, один старт и два продвижения. Ну, в принципе, неплохо. Главное, что работы продвигаются. Ну, на этом у меня все. Желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о видео. До новых встреч и всем пока-пока. Όσο πιάνω, όταν θα κρυώσουν, θα δεν κουνιέται καθόλου. Κάντε μέσα. Πριβιέτα. Έτσι κοιμούνται. Τζούλια, πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ και κράτα. Μπορείς, μπορείς. Κράτα εσύ, κράτα. Θα έβαλα τροφή πριν μια εβδομάδα. Να του μπεις και μια στέση στα χέρια. Είναι λίγο η ώρα που είναι άγρια, κατάλαβες. Α, είναι και η ώρα, ε. Πρωί κανονικά. Δεν έχει τέτοια ώρα το βράδυ. Αυτό τι είναι, μέλι. Όχι. Ζάχαρη που τα ταΐζει. Αυτό τρώνε τώρα το χειμώνα αυτά. Αυτά τα ξυλάκια εδώ πέρα τα έχω βάλει φάρμακο γιατί ψήρα του λέμε, σβαρό λέγεται. Αχα. Εσύ δεν φοβάσαι χωρίς γάντια. Από καμιά φορά. Βράδυ συνήθως βάζω, αλλά τώρα. Τώρα έτυχε που πήρα εγώ τα γάντια σου. Εδώ έχει μέλια. Αυτά εδώ μέσα είναι μέλια. Αχα. Βλέπεις Κωστά. Ναι, αμέ. Αυτά εδώ μέσα είναι τα μέλια. Βλέπω, βλέπω. Να σε δείξω λίγο τώρα πώς είναι ο γόνος ήθελα. Ο γόνος σημαίνει τα αυγά. Αυγά, σκουλίκια, σφρα... όλα αυτά. Είπα. Κοίτα πως είναι. Και εδώ μέσα ακόμα μέλι, δεν είναι γόνο ακόμα εδώ. Ναι. Να δούμε. Φέτος με πάνε καλά. Είχε μέλι. Και μέλι, αλλά δεν έχασα και τέτοια εποχή πέρσι είχα χάσει από τα 10 τα 4. Μελισσιά. Ναι. Γιατί? Ψόφισαν, δεν ξέρω γιατί. Σοβαρά. Αρρώστιες. Αρρώστιες. Φάρμακα μίκρινα, βάζουν. Μίκρινα, μίκρινα και ψόφαγα, χάνονταν τελείως. Ναι. Φέτος δεν έχασα καθόλου. Μήπως ήταν δηλητήρια στην περιοχή. Και αυτό μπορεί να παίζει ρόλο, τι να πω. Αλλά δεν τα εξασθένισε φέτος. Πέρυσι τα πήρα πολύ μέλι. Φέτος τα πήρα και μετά τα άφησε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ έχει γόνο, εδώ μέσα. Αχα. Αυτό το καφέ που είναι εδώ σε σφράγισμα. Έχει σκουλή και από εδώ μέσα θα βγουν ναι. Μέλισσες. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις.
Να σου ρωτήσω κάτι. Είχες 10 τελάρα γεμάτα. Ναι. Τώρα πού είναι? Τώρα τα μαζεύω όλα. Μικρή είναι μιλήσει τέτοια εποχή. Τσιμπάνε. Να, πέρασε μία μέσα. Oh. Πρέπει να δούμε βασίλισσα, θα δούμε εδώ. Να σε δείξω πώς είναι η βασίλισσα. Ναι. Ας το μην την πειράξεις τώρα τη... τη βασίλισσούλα. Έπεσε κάτω και το ξυλαράκι. Το βάλουμε στο τέλος. Τώρα τα μαζεύουν να μιλήσει εγώ, στα μικραίνουν. Να την βασίλισσα. Πού είναι? Αυτή είναι εδώ. Μην την πειράζεις. Την είδες? Έχει μικρή. Ναι, την κατάλαβα. Προχωράει εδώ. Ναι, ναι. Ναι, την είδα, ναι. Φαίνεται ξεκάθαρα. Χωρίς αυτήν. Δεν γίνεται δουλειά. Κοίτα να δεις. Εγώ νομίζω θα είχε μεγαλώσει κι άλλο τώρα. Τι ωραία, Βασίλισσα. Το μελίσι. Μεγαλώνουν. Από τον Σεπτέμβριο-Αύγουστο μικραίνουν. Άμα το δεις όλα έτσι τα έχω. Θα σα δείξω όλα. Τώρα που τη βρήκαμε, να μην την οχλήσουμε άλλο. Ναι. Αυτό θέλει καμιά, όταν θα έρχεσαι καμιά, ή την άνοιξε. Για να το μάτσει. Κάποια μπήκε μέσα, Κώστα. Δεν έχεις αλλεργία? Όχι. Αλλά εντάξει, δεν το ευχαριστώ.